бабубы. Бабы, конечно, грызут, но не так, как эти мутанты. Это кто у нас тут такой, а? Лицо-то знакомое. А? Хороший вопрос. Ты его адресуй в какой-нибудь институт, обсуди, так сказать, с научным сообществом. Ага. Собираю добровольцев для благого дела. Ты как? А что тут рассказывать? Набираем умных ребят, которые уже смекнули, что блаженные угрозы для всех на... Они все притворяются невинными овечками, но на самом деле они как бомбы замедленного действия. Сходят с... Этот? Это у нас санитаров что-то вроде офицерских погон. Такие носят только лучшие из лучших. Парень, ты вроде умный, но, извини, за красивые глаза в наши ряды не берут. И уж если... Докажи, что готов вместе с нами мочить блаженных. Мы не убиваем кого попало, наша цель – блаженные. Иногда их приходится раскалывать. Многие из них боятся нас и скрываются. Вторая по заковыристей. Мы схватили одного парня по кличке Дракол и допрашивали его. Но он оказался скользкой гадиной. Умудрился... Бинго! Мы так помечаем наших жертв. Некоторые из моих знакомых хотят себе из отрезанных ушей сувениров понаделать. Типа... Я буду следить за твоими успехами и свяжусь с тобой через ПДА, когда ты совсем разберешься. Чё-то я это... простыл, что ли? Навались, братцы!
мутанты, говорят, опять кого-то ночью утащили. Мутанты, говорят, опять кого-то ночью утащили. Сейчас бы кино какое глянуть. Интересно, что в киношках сейчас крутят?
Я на днях такой артефакт нашел. За сколько бы его загнать? Однозначно, таких я еще не встречал. Блин, мужики, я походу из дома в зону ушел и чайник забыл выключить.
Горизонт чист. Вздремнуть, что ли? Плову бы сейчас горячего, а не эту херню консервированную. Oh!
Отлить бы.
Ищите его! Надо его выкурить!
Уходи, зоновская мисс. Я тебя не... Куда ж ты заныкался, чурбан? Мы тебя все равно найдем. Чё, тварь, тебе уже страшно?
Thank you.
Я, кажется, спину потянул. Болит, блин,